Несмолкаемый поток вопросов, взволнованные лица и трепетное ожидание. В Пермском политехе стартовала приемная кампания 2017 года. Вместе с ней началась и напряженная работа, сдача документов и выбор будущей специальности. Пермский политех – это место, где начинается будущее. Ежегодно около 10 тысяч абитуриентов подают документы на обучение в один из лучших инженерных вузов России. На входе в Пермский политех гостей встречают сотрудники информационного стенда. Они грамотно отвечают на интересующие вопросы и обеспечивают навигацию по аудиториям. В приемных комиссиях абитуриентам помогают заполнять документы, рассказывают о достоинствах выбранной специальности и будущих перспективах. А Пермский политех – это гарант качественного образования для студентов Перми, Пермского края, России и различных уголков зарубежья. Помимо глубокой фундаментальной подготовки по направлениям, которые абитуриенты придут нам обучаться, ребята получат и практику на крупных промышленных предприятиях нашего края. В этом году университет выделил более 2000 бюджетных мест на технические специальности. Среди популярных у абитуриентов направлений находятся авиационные и ракетные двигатели, также программная инженерия и строительство. При поступлении абитуриенты могут рассчитывать на бонусы за индивидуальные достижения. К примеру, прибавку к баллам получат ребята, которые окончили школу с золотой или серебряной медалью, а также отличились при сдаче норм ГТО. Вот уже второй год подряд в Пермском политехе функционирует специализированный сайт, предназначенный для поступающих. Здесь располагается необходимый перечень нормативных документов, исчерпывающая информация о направлениях подготовки, а также детальная инструкция, которая поможет абитуриенту сориентироваться в своем выборе. Приемная кампания для выпускников 2017 года по итогам ЕГЭ продлится до 26 июля. Зачисление пройдет в три этапа. 29 июля абитуриенты смогут ознакомиться с приказами о зачислении лиц, поступающих без вступительных испытаний, и лиц в пределах квот. 3 августа будут изданы приказы о зачислении по общему конкурсу до заполнения 80% бюджетных мест. Имена зачисленных по общему конкурсу на оставшиеся места будут известны 8 августа. Пермский национальный исследовательский политехнический университет приглашает абитуриентов пополнить свои ряды студентов. Делайте правильный выбор. Поступайте в политех.